Франция приходит в себя после теракта в Ницце. Жертвами атаки стали 84 человека, сотни ранены, многие в критическом состоянии. Напомним, накануне вечером грузовик на большой скорости въехал в толпу людей, праздновавших день взятия Бастилии. Водитель, выходец из Туниса, был убит полицией. Соболезнования президенту Франции Франсуа Олланду, а также родным и близким погибших, выразил глава Беларуси Александр Лукашенко. Книга соболезнований открыта в посольстве Франции в Минске. Тем временем европейские страны усиливают меры безопасности. Дополнительный контроль на границах ввели Испания и Италия. В самой Франции на 3 месяца продлен режим чрезвычайного положения. Сейчас в Ницце закрыты все городские пляжи, отменены все общественные мероприятия. Все пострадавшие от урагана населенные пункты Беларуси подключены к энергоснабжению. Об этом сообщили в Минэнерго. Вместе с тем продолжаются работы по подключению отдельных частных домовладений и дач. Устранять последствия урагана энергетики будут и в выходные дни. Только в Минской области планируется задействовать более 30 бригад. Между тем, оранжевый уровень опасности объявлен в центральной и западной Беларуси сегодня. Ожидается усиление западного ветра порывами до 15-18 метров в секунду. День белорусской письменности в следующем году примет Полоцк. В древней столице праздник проходил уже не один раз. В будущем году будет отмечаться 500 лет белорусского книгопечатания, а именно в Полоцке родился Франциск Скорина, пояснила такой выбор вице-премьер Наталья Качанова. День белорусской письменности – национальный праздник, который отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября. Впервые он прошел в 1994 году. В этом году праздник пройдет в Рогачеве.